Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, я в гостях в мастерской у Ильи Фокина, и сегодня мы потестируем такой интересный эксперимент. Мы возьмем вот эту замечательную гитару, сделанную Шамраем, и поменяем на ней 10 звукоснимателей, 10 пар, и сыграем риф один и тот же в 10 абсолютно разных вариантах, плюс нек и бридж. То есть как бы у нас будет 20 рифов. Вы послушаете единственный ролик вообще в интернете, где датчики меняют просто вот типа раз и два, и это все делается быстро на одном и том же рифе, на одних и тех же настройках лампового комбика. Вот сзади меня стоит Игнейтер плюс Энгл. И приятного вам просмотра. Обязательно проходите по ссылочке внизу, потому что там есть интересные всякие штуки от Ильи Фокина, его интернет-магазина, и от меня тоже. Спасибо. Спасибо за просмотр, друзья, этого ролика. Надеюсь, вам понравилось. Пишите все комментарии, все ваши мысли по поводу звуков, их отличия, всех звукоснимателей, помогло, не помогло разобраться, что как отличается внизу. Все модели этих звукоснимателей внизу по ссылочкам. И также от меня там тоже пара приятных ссылочек с моими учебными штуками. Всем спасибо.